осталось 3 дня, по сути. Поэтому мы приезжаем к нашим семьям, героев наших, и поздравляем с наступающим праздником, с Рождеством Христовым. Вот так по-семейному за чашкой чая встретились, чтобы познакомиться лично и поговорить о насущном, подставить надежное плечо в тяжелый для семьи период и, конечно, почтить память героя. Я понимаю, что он город отслужил. Артемочка, давай сейчас мобилизовали. Вот это, цветы поставим в феврале. Он у нас Чечню прошел. Аркадий прошел Чечню и вернулся к мирной жизни. Трудился на благо людей, за это его и любили. Честный, надежный, ответственный, работал на совесть. Именно она не позволила отсиживаться. С началом специальной военной операции пошел добровольцем. Поступить иначе, по словам отца, он не мог. Он всегда шел трудной дорогой. Я уже вам говорил, что в армию он пошел. Не по блату, хотя мог остаться в Звенигороде рядом с домом. Он сказал, я пойду, как все, и пошел в Чечню. В их семье все как у всех. Есть свои сложности и переживания, бытовые и не только. Если раньше во многом помогал сын, теперь некому. Родители пенсионеры, внук студент. Зарплаты небольшие, а ребенок уже каждый день надо ездить в технику. Угу. Туда-обратно. Угу. А денежки тоже как бы за проезд. Может, там на автобусе ездить? На автобусе, да. Угу. Может, какой-то ему бесплатный проезд там сделать. Решат вопрос и с утеплением балкона. Впрочем, не только об этом договорились с главой округа. Все вопросы он взял под личный контроль. Татьяна Верняковская, телекомпания «Одинцова».